Приветики. Все, давай, Генчик. Давай, братец, пока-пока. Давай. Ну все, заканчивай. Это здорово, можно здорово. Как себя Ирина чувствует? Кто? Только что мне писал. Откуда? Едет, как он сказал, сейчас вот прям. Вот это. Вот первый. Едет в город Герой Воронеж. Но он помнит все хорошо вчера. Ну, он помнит, раз в Воронеж едет. Он оттуда. А. Ну хорошо, что все обошлось. Сначала руки на груди скрещены. Чуть левое плечо ко мне, чуть ближе. Угу. Отлично. Теперь в четверть оборота разворачивайся. Руки так же пока, можно чуть сильнее. И нахмурься, ты, типа, ты не согласен. Угу. Пальцем по... Обязательно, да? Ну, это ж фото. Фазу не поймаю. Сейчас, подожди. Ага. Да? Все? Все, да? Да. Отлично. Нет, он... Вот это мне нравится, да. Вань. То есть первое, это подписка на канал, что должен показать. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Да, только молча. То есть да, здесь вообще не говорить слов. Просто ага. Пишем. Супер. Все. Все? Здесь все. Еще хочешь? Не расстраивайся так. Не, ну блин, здесь было типа 20 минут написано, что я должен. 10 было написано. Да? 10. Слышь, хорошо теперь, все сделал сразу. Теперь на поле, да? Пишем, да? Да. Ты, если что, смотри на меня, никого больше. Так, чем отличается шахта от рудника? На руднике можно заниматься как открытой, так и подземной добычей. Шахта только подземная добыча. Ну пусть будет первый. Человек, который маркирует полупродукт на производстве. Ну да, вот что-то вот такое. Да. Он не смущает. Давай, мы это снимаем, да. Делаем? Да. Угу. Есть. И последнее, это просто похлопать нужно. Хорошо. Моими там? Секунд 5. Да. Пишем. Да можешь переписать? Давай. Не надо. Пишем. Все, супер. Сам огонь. Сам похлопал. Давление со всех сторон просто идет. Мне дальше пишет 16-5 на поле. Как бы обязал, да? Да, все, на поле. А для какого это поле? Вы на поезде добирались, да? На куда? До Москвы как? Не, на поезде до Сочи, потом на самолете. А что не до Ставрополя? Там на рейс, да, летают? Ну, в Сочи просто проще было уехать туда. До Сочи ходит эти электрички чаще. А-а-а. Когда я сниму, ладно? Тогда. Здесь прямо вот на радиусе, на линии, ага. Посмотрим, поставим. Смотри, вот эти два опорных и защитника, с ними играешь первую серию, потом помогаешь остальные. А вторая серия у нас пойдет по усреднему. Попробуешь? Конечно, попробую. Или левой ногой, да, например? Конечно, левой рабочей. Отлично. Ребят, значит, смотрите, просьба такая, играем. Открылись, правильно открываемся. Если нужно размяться в парах, передачки поделайте, если надо. Просто короткие и средние, чтобы подготовить ноги. Смотри, не рискуй, пожалуйста, никаких длинных, никаких сил.
Ну, давайте, злой, злой. Закрыл, спа. Спокойно. Нет, где офсайды? Вы что, им? Играли, играли, а тут офсайд. Четыре. Другая, другая. Дальняя, дальняя. Но кто тира? Не, гольф специально, пускай гольф. Мистер, мистер, тенемос агуа. Да не, понятно, понятно. Уже после, сейчас немножко все опустим. Будем. Команда вечером также, да? Команда также. Мы здесь, на этом поле. Стойки перенесем. Не бегался, давай. Сейчас Кайда. Давай, Ниша. Много набегал, да? Причем? Теперь высокий задач, поэтому... Но я стараюсь как что-то проверить. Не-не-не, здесь есть упражнение, где разминка. Видите, работаешь над качеством. Так не надо. Там нужно главная передача, главная обработка хорошая. Можно залипнуть нормально так. Или как зимой на этом, на... Угу. Есть. На склоне. Снег. Да, на связях. Сейчас.